Ребята, всем привет! Продолжаем проходить легенду о Зельде. Погнали! В прошлой серии мы поговорили с этой бабушкой Кокорико. А нет, Кокорико это деревня, я перепутал. Бабушку зовут Импа. Так, и я уже забыл, что он, какое нам здание дали. Все еще здесь? Принцесса Зельда оставила тебе камень Шика. Только он приведет тебя к Ганону. Но тебе пока недоступны все его возможности. Тебе нужно как можно скорее попасть в деревню Хатено. Так, понял, я понял. Деревня Хатено. Да-да, все понятно, погнали. А, давайте еще, может, что-то залутаем здесь. Посмотрим, что наверху. Наверху у нас ничего. Все, погнали. С этой избушки. Так, с этой можно. Пая. Линк. Что случилось? Могу я чем-то помочь? Что за шар? Расскажи, Шика. О, что за шар, реально? Шар, ты имеешь в виду древнюю сферу? Это наследие Шика. Наша задача не допустить, чтобы сфера попала в не те руки. Избранник древней сферы получит защиту древних. Эти слова передаются от нас, от матери к дочери, из поколения в поколение, вместе с самой сферой. Не уверена, что я понимаю значение этих слов, но кажется, я знаю, кто избранник древней сферы. А я не понимаю, ну ладно. Может, избранник это она или что-то еще там. Ну ладно, неважно. О, а, я читал, по-моему, этот дневник. Так, ну чё. Ага, у нас даже на карте отмечено, куда нужно бежать. Так что погнали. О, яблочки. Это типа яблочки для нуждающихся. Не, ну я в принципе... Блин, не хотелось с тобой разговаривать. Ясно. Я хотел просто забрать яблочко. А, в смысле? А, говорить. Мне всегда это готовить и говорить всегда путаю. Кажется, как будто... А это что за... Что за избушки? Интересно. Олли. Кто посетил? Кажется... А, ну, напугал. А, это я типа отдохнуть? Здесь могу. И поспать. Я должен еще арендовать кровать? Да нет уж, спасибо. Не надо мне это. Так, и может тут какое-то зелье я могу купить или что-то типа того в этом магазине. Сейчас посмотрим. Так, добро пожаловать. О, тут стрелы есть. Эй! Так. О, я продаю. Да вроде уже все продал, я не хочу продавать, я хочу купить. А вот. А сколько у меня вообще стрел? А, у меня мало стрел, давайте купим стрелы. Так, а что у нее еще есть? А, вот взрывчатые стрелы. Тоже неплохо. А, огненная. Давайте 10 штук таких. Нифига себе. Дорого, ладно. Все, не хочу больше покупать. Я столько всего продал, чтобы купить вот эти стрелы. А в этом магазинчике что? О, здесь, походу, еда продается. Так, яйцо, птичье. Вау, что такое? Козье масло. Сердце. Не, сердце не надо. Ясно. Так. Ну все, погнали. Осмотрели вроде деревню. Не всю, конечно, но основы
все, что мне нужно было, я увидел. Так, сейчас мне нужно... далеко бежать, если честно. Так. А я могу как-то переместиться? Нет, нифига. Ладно. Пойдемте. Пешочком. Комар какой-то здоровый. Летал. А, ну я же могу сейчас... В принципе, кстати... А, нет. Кстати, я не туда иду. Почему-то. Может, мне нужно... Я думаю, сейчас я, наверное, заберусь. Да. Ой. Прикольно. И перелечу. Как вы смотрите на это? А, мне, кстати, нужно на ту сторону. А я смогу перелететь? Вау, там гробница есть. Мы можем сферу добыть. Так. Мне нужно туда все равно. Ладно. У, я думал, мне не откроется он. Главное, чтобы не было каких-то боссов. Типа вот той штуки с лазером. Что-то я вообще ее убить не могу. Ни взрывчаткой, ничем. Рано так. А, вон тоже есть эти гробницы. Можно перелечить, в принципе. Бырому. Угу. Я смогу тут обойти? Тут вроде можно и залезть. Как вы думаете? Чё мне закончили жизни? Ну ладно. А, вот можно обойти здесь. Не обязательно залазить было. Так, а это чё, обрыв? Такие горы похожи, как в этом, кто смотрел «Игру престолов», там, где они снимали это все. Очень похоже. Так, ну, в принципе, тут уже можно полететь. Вау. Ага. Так. Я смогу залезть, интересно, сюда? Вроде да. Отсюда уже дальше полетим. Ну, чтобы не терять высоту. Ого, это было опасно, если честно. Потому что я могу не долететь до туда, мне кажется. Горный баран. Да ладно, нифига себе, он что, на меня нападает еще? О, там есть какой-то камень с минералами, которые мне нужны. Так, лисица.
Я не хочу. Ой-ой-ой. Так, надо вас поднять опять. Надо как-то положить его здесь аккуратненько. Блин. Наверное, отсюда его надо кидать. Не получилось. Давайте еще попробуем. Опять не получилось. Давайте тогда сделаем. О, получилось. Вот этот камень. О, их там даже два. Есть рубин. И этот. Янтарь, да. И рубин вот дорого стоит вроде. Янтарь не очень, но рубин дороговасенько. Блин, пугнул. Оу, щит. Давайте яблочко. Посмотрим, я здесь смогу долететь. Не, ну в принципе, да. Просто чтобы потом не подниматься, может как-то мне, хотя можно и подняться, вот такого страшного. Так, что это такое? Это этот. Взорвем его? Он офигел. Он сначала. Так, а у меня есть еще. Ой. Какая бомба. Блин. Любимый злак жителя Кокорико. Растет во влажных районах. Универсальный ингредиент используется во множестве блюд. Это паэльи до всего возможных каш. Так, ну эти крылья, глаза, я могу просто их продать потом. Ого, смотри, охотится за ним. Ой-ой-ой. У меня дубинку сейчас возьму. Или палку просто. Да просто палку возьму сейчас. На, 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 получай, получай. А у него какой-то этот... крюк какой-то, это или сапка, или как она называется. Фига себе, смотрите, как он меня это тащил мне. Так, мне надо пополнить жизни срочно.
Блин. А чё я это не ставлю? Бронь. Капец. Это что такое? Блин, у меня даже еды нет толком. Нифига себе. Капец, я слабый. Как вот играть вот против них? Я вроде и бронь поставил. Блин, такое ощущение, как будто я очень-очень далеко появился. Ну ладно. Короче, нужно мясо собирать. Я думаю, сейчас, когда барана увижу. Давайте даже мясо этой птицы попробуем собрать. Йо, судей. Рубины точно нужно взять. О, тут что-то другое выпало. Попал. По-моему, он тоже дорогой. Так что не стоит расстраиваться. Вау, журавль. Не получилось лесу взорвать. Может, она там сейчас остановится? Ну-ка. Не. Так. Не взрываются почему-то. О! Я могу так бомбы скидывать на них. Вот здесь сейчас сохранение произошло. Почему до этого не сохранилось оно?
Так, готово. Осталось его пожарить. Йоп. О, получилось. Сырая ножка. Свежепечная ножка. Ну, понятно. О, прикольно. Сейчас все мясо понабираю, потом приготовлю. Вкуснясь, то есть вкусного. Аж слюни потекли. Прикиньте. Опа. Вот это говнюк. На, получай. Это живой еще? А вот он, фига себе. На. Вот говнюк. Летел. Неплохо. Так, а куда нам нужно? Ух ты, у него с вилами. Ум. Ум. Офигеть. Ого. Так, подождите. Что, давайте молотом этим, что ли, завалим их. Нифига себе. Да хватит. Ого, прикол. Задолбал. О, еще один остался. Офигеть. Вы видели? Это сапка. А, тяпка. Лучший друг огородника. Ну ладно, понятно. Какого фига? А, голову. Короче. А уже нет места, ну пофиг. Так, этот весь мусор потом можно будет продать, так что, мне кажется, собираем. Ух ты. Интересно, если я его бахну? Нет, ничего. Усатый. Мне кажется, когда дикую лошадь я найду, нужно будет морковкой прикормить. Ух ты. Что, с одного удара? Неплохо. Надо будет забрать этот стрел. Что это такое за какие-то руины здесь? Вон деревня наверху. О, пчелиный мед. Ага, вон спят. А кто это спит? Офигеть. Ух ты. Ух ты. Вау, там какие-то вообще гоблины. Капец, я всех разбудил. Блин, ну по-любому нужно подкрепиться. Ты. А,
они сюда идут, что ли? Ух ты, вот это не быстро, ё-моё. Ё-моё. Нахрен я? Офигеть. Нафиг вот это я? Так. Куда я кинул сферу эту? Блин. Завалил говнюка. Зуб моблина. Острый клык челюсти моблина очень твердый и плохо подается обработке. Сварить его с насекомыми, лягушкой или ящерицей получится зелье. Неплохо. О, щит. Суза принцессе по имени Зельда. Это не сказки, она и правда была принцесской, королевкой Хайруп. Я посещаю места, где она ступала, но у меня получается гораздо медленнее, чем у нее. Леса. Так, ясно. Там еще один, да, гоблин был? А, кстати. Что с этим делать? Так-то. Пчела тихо отпугнуть. Да ладно, и ну ёбс тудей. Надеюсь, сейчас на эту гору я заберусь, и они от меня отстанут. И смотрите. На, получай. Одного раза, прикиньте. Это типа спас тебя? Ого, какой-то он большой. Ты спас охотника за сокровищами, то есть меня. Вот, возьми знак благодарности. Сочный гуляш, прикольно. Ну, спасибо. А что, еще можно продавать что-то? О, покажи товар. Блин, ну это для постройки. Я пока строить ничего не умею, так что... А, я кое-что продаю. Так, я могу ему продать какой-то хлам. Ой, что-то вообще дешево это все стоит. Ну, этот камень. Продать могу. И янтарь, в принципе. В принципе, эти зубы тоже все могу. Продаю все. Так, ну все, пока. Покедова, я отседова. Так, а где там еще один гоблин был такой здоровый? Ты чё, офигел? Получай. Говнюк. Ты.
У него даже ничего нету. Капец, сломал из него молот. Ух ты, этот уже посерьезнее. Так. Они немножко цапнули меня. Сейчас мы возьмем топор. О, давайте вот эту тяпку. С одной тычки. А че он эту тяпку не бросает? О, отлично, бросил. Так, что-то за такие светящиеся штучки. Там еще вон один гоблин спит. Сейчас мы в него кинем сферу и подорвем его. На. Говнюк. Ух ты. Сломалась. Черт. А, у меня еще одна есть. Все собрали. А, нет, что-то не собрал. Вау, то у тебя вообще какой-то... Или то метла у него. Непонятно. А, у него швабра. Берем эту тяпку. Пыли. Прикольно. Фига себе. Ой, и классно дубасить. Кстати, я проголодался. Так, а что еще можно делать? Ломалась. Так. Капка освободилась. Ё-моё. Ой, сломалась. Бабра, дай. Так, тут грибы есть какие-то, можно пособирать. Ой, зубья. Зубы. Зубья. А, вот еще гриб. Ой, блин, куда его? Кинул. Это, кстати, гриб зеленый дает еще выносливость, если его приготовить хорошенько. Так он не дает. Жалко, что не восстанавливаются... жизни, когда вот ты просто так, ну, долгое время бегаешь и не тратишь жизни, они должны, по идее, по чуть-чуть восстанавливаться. Ну, посмотрим, может, еще впереди. А мы добрались, походу, в эту деревню. Сейчас быстренько тут освоимся. О, тут даже одежда есть. Вот давайте посмотрим, что за прикид. Ой, я чуть не упал. Надо какую-то бронь купить. Вау.
Вот для чего я продавал эти штуки. Так. А почему Валу реально? Может, она наказана? Прошу прощения, но это мое рабочее место. Так. Что я могу ей продать? Такая, показывай. О, желудочки. Зачем они нужны? Кстати, ящерицу тоже я хочу продать. Зачем она нужна? А, всего лишь два. Нет, я передумал. Давайте блюдо тоже. Тут рубашку. Зачем она мне нужна? Так, а чё я в этих штанах, что ли? Нет, я в других штанах. Так, ясно. А, все. Больше она ничего не покупает. Все, спасибо. Так. Давайте попробуем. Вау. Сколько стоят вот эти доспехи? Вау, так они недорого стоят. Можно классно одеться. А можно, интересно, примерить сначала? Нельзя. Ну ладно, я все равно куплю классные штаны. Так, прикольно. Давайте их померяем. О, круто смотрится. Дун-дун-дун-дун. Я прям как рыцарь. Так, а что еще? Вот интересно, какую вот эту? Халийская туника. Или именно купим доспехи. Давайте доспехи. Так, одеваем. Во. Уже похож на воина. И мне нужно... Я думаю, я не буду вот этот шлем покупать. Хотя, нужно, может, и шлем. Давайте шлем... Не, по-любому вот этот нужно купить. Ну, недорого стоит. О, круто. Так, ну все. Наконец-то я похож на настоящего воина. Не, ну шлем это вообще смешно. Мне кажется, вот с помощью этих доспехов я буду теперь меньше умирать. Она живет здесь? Прикольно. Книжки у нее тут, печка. Кухонька. Ладно, погнали. Вроде самое крутое я себе купил. Так, а, вот зелье, кстати, есть. Там есть продукты, а это зелье. Тоже нужно посмотреть. Блин, наверное, вход. Ой, ну у тебя лицо. Какой верт? А, покрасить? Фига себе. Тут можно еще красить? Вау. Давайте приступим. Может, какой-то можно в черный цвет покрасить или что-то такое, типа.
Вау. Может, красный цвет? А до этого в каком цвете оно было? В синем. Если честно, слишком, ну, оно того и не стоит. Прикольно. Ну ладно. Они тоже здесь живут, смотрите. У них тут кроватки. Здесь типа... красят они. Прикольно. Так. Ну, я думал, это зелье. Ну ладно. Неважно. Так, теперь нам нужно все-таки туда сходить, да? Не берется. Цели только одно яблочко. Ты что, ребенок? Что ты видела? Честно, я видела, как она выходила. Ясно. Я не знаю, где это, так что мне эта информация, если честно, не очень интересна. Чтобы эти яблочки... Ой. Вот у меня все и попадало. Я уже реально на воина похож. Если вот так еще топор одеть. Вот. Ну, вообще круто, да? Выглядит. А мне куда? В эту мельницу, что ли, нужно? Я могу в дом зайти вот так просто? Да. Интересно, кто живет? Вот зачем мне там арендовать... Опс, тут да, живет мужик какой-то. Я могу поспать рядом с ним? Нет? Прикольно. Спит себе. Так. О, там какой-то дым идет. Не туда, наверное. Наверное, на вот эту возвышенность, на эту скалу нужно залезть. Только как мне залезть туда? Я ж вроде как бы... Вау, ты чё? Что это за вид такой красивый? Пляж, пальмы. А, там вода, короче, и... Вау. Фига себе, мир здоровый, если честно. Капец, он как-то поначалу казался таким маленьким. Как вы думаете, я залезу? А, я ж, в принципе, могу. Ладно. Давайте попробуем сначала. Да, уже половину пролез. В принципе, да? Вроде. Ну да. Да, успею. Нормально все. Блин, чуть-чуть не успеваю. Что мне есть, что похавать? Мне восстановить энергию. Можно вот этот шлендос. Приготовим еще, да? Так, ну чё? Тут валяется ящерица. О, вилы.
Они пригодятся. Грибы. Жаромор. Что-то как-то тут песенки другие. О, палка. Чапка. И нет места. Так, ну здорово. Семин. Ты, наверное, еще никогда не видел так много книг и сразу. Тут мы храним всю литературу по древней цивилизации. Сколько здесь книг, трудно сказать. А у тебя на поясе случайно не камень? Да, это он, настоящий камень Шика. Вот это да. Стыдно признаться, но я никогда не видел его своими глазами. Покажи, пожалуйста, какие руны на нем есть. Телебомбы, статис, ага, магнетиз. Так, крианиз. Что еще? Больше ничего? Странно, кажется, отсутствуют базовые руны. Интересно, почему их нет? Ой, прошу прощения, я же не представился. Меня зовут Семин. А ты ведь Линк, верно? Откуда знаешь? Госпожа Импа рассказала. Она предупредила, что придет юноша с камнем Шика. И она попросила оказать ему всяческую поддержку. Сказала, что он нашел... что наша надежда, пробудившаяся от сна жизни, и что его зовут Линк. О, я же забыл сказать. Прошу прощения. Профессор, у нас тут настоящий камень Шика. Профессор? Кто там еще? Точно, я же не представил тебе профессора. Наш профессор Глахатинского института, величайший специалист по древним технологиям. Госпожа Пура. Капец, щелк. Я восхищаюсь госпожой Пурой. Ее достижением. Мне повезло быть ее ассистентом. Кстати, Линк, тебе нужно кое-что знать. Видишь ли, профессор выглядит как маленькая девочка. Но нет, пожалуй, я не должен рассказывать. Пусть она сама тебе все объяснит. Так. Удивлен? Профессор, здесь вовсе не Семин, а я. Щелк-щелк. Линк, тебе что-нибудь снилось во время сна жизни? Внешне ты за 100 лет совсем не изменился. Но что произошло в твоей голове? Хотя какая разница? Главное, что ты жив и здоров. Ты как-то странно смотришь. Ты хоть помнишь меня? Не помню. Что? Я в шоке. Такого удара я не ожидала. Ведь это я... принесла тебя в святилище жизни 100 лет назад, после того, как Ганон смертельно ранил тебя. Именно я погрузила тебя, еле живого, в сон жизни. И ты все равно меня не помнишь? Не помню, ёпсудей. Видимо, это и следовало ожидать. Так и запишем. После 100-летнего сна жизни наблюдается полная потеря памяти. Ой, прости. Это у меня привычка такая, записывать все сразу. Может, у тебя есть ко мне какие-то вопросы? Ты ребенок? Давай-ка повежливее. Хотя ты, наверное, не хотел меня обидеть. Признаю, замечание уместное. В общем, это последствия одного провалившегося эксперимента. С другой стороны, эксперимент как раз-таки провалился. Подробности в моем дневнике. Он там, наверху. Но лучше не читай, а то мне стыдно будет. Ну ладно, поговорим о деле. Итак, ты вернулся 100 лет спустя. Пришел, чтобы одолеть Ганона, который с каждой минутой становится все сильнее, и чтобы спасти нашу принцессу Зельду. И если ты к этому готов, тогда единственная и неповторимая Пура. Могу активировать базовые руны твоего камня. Что скажешь? Согласен? Я знаю, что ты так скажешь. Сделаю все, что в моих силах. Так, в общем, у меня есть к тебе задание. Какое интересное задание. А прикольно так, когда... Ладно, потом расскажу. Что ты... Как смотришь? Ты же не думал, что я отремонтирую тебе камень Шика за просто так? Конечно, нет. Для такого молодого парня ты довольно сообразителен. Хотя ведь уже больше 100 лет мне. Ладно, давай я объясню, в чем суть. Видишь, перед институтом генератор, к сожалению, огонь в нем потух. Перенеси, пожалуйста, синий огонь из древней печи и запусти генератор.
Когда этот симпатичный терминальчик включится, мы активируем базовые руны камня Шика. А, ну да, понятно. Так, в общем, я на тебя рассчитываю. What the fuck, мазафака? Что за дневник? Так, это чё? Тут что такое? Так, мне нужно идти активировать же. Ой. Так, а тут дверь открывается или что это такое? А как мне добыть огонь? А это что такое? Вау. Вы видели? Прикольная тема. О, восстановили жизни, видели? Через время все-таки не восстанавливаются, получается. Так, а что там наверху? Может, можно здесь посмотреть? Ой. Нет, нельзя. Так, это я. Открывайте двери. Мне кажется, здесь находится дневник ее, который нужно почитать. Или нет? Такая комната маленькая. А это что? А я сейчас на параплане спущусь. Вау, тут что, какой-то монстр. Вот ее комната. Так. Короче, я так понял, что способности Шика. Вау, тут даже можно плавать. А, вон это пламя, фига себе. Сейчас мы посмотрим. Я думаю, я долечу. Блин, потом обратно забираться нужно. Так. Так, ну и чё? Надо было факел взять. Что там наверху? Ничего. Ладно, я думаю, нужно факел взять. О, который у меня случайно завалялся. Достаем факел. Поджигаем. О, все. И несем к ней домой. Ха, о, смешно. О, ржавый меч. Прикольно. А, но мне нет места. Пофиг. Так. Блин, ну я сейчас, если я сейчас... Капец, меня затроило. Если я сейчас упаду в воду, он потухнет реально. Как мне тут обойти? Ёб сюда, и как я сюда? Блин, у меня факел потух.
Капец. Вы что, реально, что ли? Мне нужно как-то аккуратно донести. А, так вот, ёпсуды, чё я обходить стал? Вот же кратчайшая дорога. О, может, и нужно зажечь вот эти штучки? Давайте посмотрим. Вау. Прикольненько. А что они дают, интересно? Тут еще вон третья есть. Но больше я не вижу. А, блин. Находится как-то не очень. Он как будто стал ярче светить. Давайте обойдем и зажжем с той стороны. А, вот и еще есть. Нифига себе. Там еще наверху есть. Вау. Прикольно, даже красиво выглядит оно все. Так. Вау, там еще есть. Последнюю я не зажег. Мне надо туда наверх. Может, зажжем сейчас эту последнюю? И что-то произойдет? Ну, что-то ничего не происходит. Может, я не все зажег? А, вон еще есть. Тут, кстати, коровы есть, можно их. О, даже собака есть. А, вон, видите? Смотрите, сколько их тут много. Больше не вижу. Ой, врезался меня чувак. Так, давайте поверху пойдем. Что мне показывает все равно? Вот сюда. Здесь можно забраться, да, на эту гору? Я так понимаю. Ну да. Сейчас посмотрим, что она нам откроет. Какие способности.
Так красиво, реально. Ну ёпсуде, ну как так-то? Как мне ему? Как мне принести ее? А, блядь. Вот же, наверное, эта штука. Честно, не знаю. Я не знаю, как я... А, ну... Блин, вот это я баран. Ну ладно. Вот для чего эти штуки. Чтобы обратно туда далеко не идти. Ты можешь тут взять вот так и зажечь рядышком. Вон там есть... Вау, так красиво эти задувает, получается, у синего пламя пепел, что ли? Ну, кусочки жара. Да, прикольненько. Это типа ночь уже? Надела на... А, вон. Вау, она так быстро... плывет. Может, вот эту штуку я должен зажечь? О, да. Получилось. Доперла до меня. Так, а тут что? А, не важно. Ну все. Давайте мне способности мои. Что закидало? Терминальчик так соскучилась. Щелк. Давайте. Угу. Так, и что еще? Какие способности? Типа из-за фотоаппарата. А, так, это что такое? Это фауна. Локатор. Поиск святилища испытаний. Локатор реагирует на святилища, поблизости которых вы еще не были. Чтобы найти святилище, идите в сторону усиления сигнала. Святилище. Чистилище, святилище. Чтобы включить и выключить локатор, нажмите... Так, Y на экране карты. Ясно. Угу.
Как помните, в God of War у него был такой тоже наподобие камень. Показывай. Так, есть еще одна просьба. Опробуй фотик, сфотографируй меня и покажи, что получилось. Что, блин? Так, а как мне фотик достать? Что-то так и не понял, как... Ого, вот тут я появился. А сейчас я здесь. А, вот фотик. Все, понял. Ладно, сейчас мы тебя сфоткаем. Что-то не фокусируется. А как сфоткать ее? Что-то она сильно отошла. А, вот. Дрем. Как зум? А, вот зум. Да ёб судей! Все, сохранил. Свободно. Фотографировал. Показывай скорее. Смотри. Ладно. Есть. Так, все, я на несколько старых фотографий. Сейчас поза с Зельдом. Слушай, Линк, ты же рыцарь-защитник принцессы, а значит был с ней во всех местах на этих снимках. Ах да, ты ж ничего не помнишь. Но возможно эти тимки способны тебе помогут тебе вспомнить. Тебе нужно поговорить с Симпой. Она знает Зельду лучше, чем я. Да я разговаривал с ней уже, зачем мне еще? Давай еще одно задание. Займись им, когда поговоришь с Симпой. Суть в следующем. Мне нужны древние детали. Если найдешь что-нибудь, неси ко мне. Хотя Робби в Акальском институте, они тоже очень пригодились бы. Если принесешь нам древние детали, мы сделаем тебе кое-что хорошее. Действуй. Ой. Так, ясно. Что еще, Робби? Так. Мои подчиненные, думаю, прежде изучают стражи на окраине Акалы.
100 лет его не видел. Ладно, до свидания. Чао. Так, что еще, в принципе? Мы тут все сделали. Нам теперь нужно... Дорога к Зельде. А здесь есть поблизости, может, какая-нибудь, это, святилище какое-нибудь? Вон. Вон, на вершине есть. Просто туда, интересно, долго добираться я буду. Высоко здесь, пипец. Больше и нигде нету, да? Не, ну то сильно, сильно далеко. Я могу туда не добраться. Хотя... Давайте попробуем. А потом сразу вот так побежим туда. Там холодно, кстати. Куда мне направляют. Давайте попробуем к этому святилищу направиться. Какое святилище вот мне сейчас сигнал дает? Мне кажется, про то. Главное не упасть. Я думаю, здесь я забраться смогу. Ну как-то этот песчание, напоминание о святилищах, немножко как-то, я бы сказал, раздражает, если честно. Вот я уже почти на самой высокой вершине. И без проблем вроде забрался. Были бы такие всегда горы, нормально на них забираться. Блин, сейчас холодно, наверное, будет. Ёпстудей. Ну, вроде еще не сильно холодно. Вау. Ты кто? Мимоз. Вторую половинку? Я тоже. Но никто, никто не приходит. Может, это не пруд любви? Ага, прикольно, типа пруд любви. Вау. А это лисица. Фига себе, классно придумали. Блин, я туда смогу долететь? Но я уверен, что я смогу сюда долететь. Блин, а может, я не смогу. Ладно, погнали. Проверим сейчас. Чё думать, чё гадать, нужно прыгать и лететь. Ну,
О, может, и долечу. Прикольненько. Блин, Зельда меня-то там ждет, короче, чтоб я ее спас. А я тут тусуюсь, блин. Гуляю. Так, мне это не надо. Мне нужна бомба. И куда он убежит? Да ладно. Куда он там побежал? Черт, я думал, мясо получу. Ладно. Так, а тут что? Вау, тут, конечно, опасные скалы. Я могу и не забраться на них. Но мы попробуем сейчас. Вот откуда там этот козел? Убил лисичку. Вот, какая-то пещера как будто. Ну ладно, потом. Давайте сначала исследуем святилище. Может, я здесь смогу забраться? Вот здесь, это да? О, да, наверное. Давайте здесь заберемся, потому что там прямо над обрывом. Я могу пулькнуться оттуда. О, солнышко вышло. Ой-ой-ой. Я думал, тут можно... постоять. Мне не сильно хватает. Хотя, вроде хватит. О! Блин! Не хватило, прикиньте. Фига себе. Ладно, давайте тут попробуем все-таки. Тут вроде поменьше. О, восстановили жизни. Ой. То есть не жизнь, а выносливость. Так, мне еще сюда нужно забраться. Тут высоко сильно. Здесь вроде нормально. Хотя, может, там дальше тоже забраться можно. Да я знаю, что она поблизости, но... как мне забраться туда? О. Тут вроде можно там постоять будет. На вот этой штучке. Ну, отдохнуть, да? Угу. Ничего для выносливости. Эх. О. Блин, Женя потратил. Ладно. Давайте попробуем здесь. Даже не здесь, а вот здесь.
Даже не вот здесь, а вот. Блин, ну высоко. Вот здесь, да? Может, здесь он даст нам постоять. Там снег идет, кстати, наверху. Ну, у меня есть жучий перец, но блюдо с жучим перцем. О, отлично. Которые я могу... О, отлично. Еще даже немножко пробежал. Который могу съесть и мне даст там... По-моему, у меня даже 20... Полчаса можно лазить в лютый мороз. И у меня будет эти блюда согревать. Наконец-то. Оу, ёпс тудей. Мне нужно к святилищу. Пока что не буду их мочить. По-моему, оно там находится. На самой вершине. О, чудо-редис. Ничего себе, вот эта находка классная. Вау. Это что за бык? Ничего себе. А куда он делся? Прикольно. Так. Ну все, ребята, вот мы и добрались до святилища. Продолжим в следующей серии. Всем удачи. Всем пока.